Ну, с чем пришел? Я передал Тамаре твой подарок. И что она? Выбросила куклу. Не этого ты, наверное, хотел. Выбросила? Боги. Я надеялся, она все-таки... А что, Анна? Я пока не узнал ничего определенного, но надеюсь скоро узнать. Тогда что ты тут делаешь? Ищи ее! Прощай. Два меча у него, и волк на шее. С войны возвращается. Глаза, как у моего котеночка. А! Эй! Мое почтение. Приятная деревня. Ну, так. Просто жемчужина болот. Раз вы так говорите. И как тут живется? Ну, так. От зимы до зимы. Узнаешь стилет? Да, сударь. Не знал, что вы им принадлежите.
Я никому не принадлежу. Ладно, к делу. Мне надо побыстрее с этим разобраться. Ага, так значит. Я должен помочь тебе. Рассказывай, что стряслось. Коротко и по делу. Война пробудила старую силу. Злую силу. Кормится она пролитой кровью. Кошмары снятся в ночи наяву. Люди спящими выходят из дому и не возвращаются. Под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные. Отцы, сыновья, дочери, матери. Люди их тронуть боятся. Вот туда и отправляйтесь. Надобно прогнать темную силу. Когда все это началось? Да уж, почитай, 3 года как. Помню, день был теплый. Я пошел проверить силки. Вынимаю зайца из ловушки. А тут разом темно сделалось. Хотя середина дня была. Я сперва подумал, буря будет. Такой писк раздался, что у меня уши заложило. Вдруг заяц у меня прямо в руках сгнил, а листья пожухли. Хотя лето только начиналось. С тех пор плохо у нас стало. У людей зубы почернели, как в огне веточки. Бабы сварливые стали. Цепляются друг другу в зенки, не пойми с чего. Ну и дети. Калеки родятся. Хромые. Страх и ужас. Мы давно уже просим хозяек леса о помощи. Мне нужно больше сведений. Лучше сами взгляните. Еще прабабка меня палкой била за то, что валандался по шепчущему холму. А уж что там сейчас? Пару раз окрестные мужики собирались. Хотели вырубить деревья и выжечь заразную землю дотла. Да только ни один не вернулся. Земля под травой белая от людских костей. Хозяйки леса не знают, что это за сила? Они все знают. Старая Текла говорила, мол, это кара ихняя. Потому как люди их не уважают. Иные же их ведьмами зовут. Только какие же они ведьмы, раз вас прислали? Я пройдусь по шепчущему холму. Токма осторожнее, сударь. Не думайте, что легко будет. Гнусный же ты!
Место силы. Отсюда изливается магия. Ждала. Ты вернулся. Ты принял решение. Помоги. 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 Я хочу снова быть свободной. В местности, называемой Арт-Цербин, сиротам грозит смерть. Освободи меня. Прошу. Я могу им помочь. Хорошо, я помогу тебе. После стольких лет неволи я снова буду свободна. Освободи меня от оков. Кровь — мое спасение. Проведи обряд с чернотой вороньих перьев, с белизной моих костей и с резвым скакуном. Дикий, резвый скакун, что пасся на лугах, темный, как бездонный колодец, черный, как глухая ночь. Вот кто нужен мне. Собери все. Приди и принеси. Воронье перья у меня уже есть. Отыщи мои останки и приведи коня. Резвого жеребца. Черный вихрь, обернувшийся конем. Зачем нужен черный конь? Я стану с ним одним целым, как тогда, когда я жила. Мы будем как вихрь, ничто нас не удержит. Диких коней ты найдешь на заливных лугах.
Где я найду твои останки? Мои кости почили в одинокой могиле. Ступай на запад, это недалеко. Я соберу все, что нужно, чтобы тебя освободить, и вернусь. Собери и принеси к провалу в холме. Туда, где сердце дерева. Пробей мое сердце, пусть льется кровь. Я буду съедена, чтоб снова возродиться. Ступай и вернись через вход, который я открыла. Человеческие не похожи.
Но! Пошла. Как вы, блядь, не научитесь?
Все, все, все. Отдохни. Долгая дорога. Thank you.
окно! Я готов. Мы можем начинать. Дай мне полететь на крыльях ворона. Пусть мои кости упокоятся среди перьев. Все это сложи под сердцем. Потом пробей его. И подведи коня. Ворона. Когда-то я была свободна и снова буду свободна. Возлагаю твои кости. Когда-то я была плотью и снова буду плотью. На всякий случай, пока не ходите на холм, но работу я выполнил. Не может быть! Что там такое поселилось? Поверь, этого тебе знать не стоит. Так что ж вы сделали? Что я сделал на холме, это мое дело. И то правда. Что я в этом понимаю? Ведьмы, или как ты их называешь, хозяйки леса, велели напомнить тебе о плате. Говорят, ты знаешь, о чем речь. Знаю. Давайте костелет. Сейчас вернусь. Вот и плата. Передайте ее хозяйкам. Зачем ты это сделал? Потому как таков уговор. Вы здесь чужой, не знаете, как тут живется. А это справедливая плата за заботу. Значит, все эти уши в лесу... Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Так же, как нашим детям и внукам. Велен никакие боги не хранят. Ни один владыка. Эта земля ничейная. Кто хочет выжить, сам себе господина ищет.
прячь оружие, юноша! Он еще краше. Вы вживую тоже. Другие. Не как на гобелене. Ну, принеси. Никогда больше не пытайся противиться нам! Мы прощаем тебя, ибо прежде ты хорошо себя показала. Дети твои толстенькие, как поросятки, и сладкие, как карамельки. А теперь мы должны поговорить с Белоголовым. Я узнаю этот знак. Это Анна, жена барона из Вронец. Она не принадлежит никому из людей! Внутри нее зрел плод. Плод от семени того, кого она ненавидела. Мы помогли ей, она согласилась служить. Она носит наш знак! Она наша! Но ведь тебя интересует другая женщина. Говори, Белоголовый. На гобелене вы выглядели иначе, чем сейчас. Мы нарядились специально для тебя. Если бы ты знал, сколько времени мы провели перед зеркалом. Ты жаждешь нас? Я впечатлен. Полиморфия — редкое умение. Я могу высосать тебя досуха. Я могу сплестись с тобой в одно целое. Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Я не затем пришел. Вы затянули меня на шепчущий холм. Ничего не дается даром, храбрый юноша. Ты уничтожил силы зла. Ты вернул покой нашим подданным. Я освободил духа, который жил в дереве. Вы слышали? Измена! Это она забрала детей. Она! Мы заключили договор. Я должен был помочь жителям деревни. Я выполнил задание, им уже ничто не угрожает. Значит, ты провести нас решил. Чей дух был заключен в дереве? Дух той, что когда-то обманула смерть. Ты освободил древнюю силу. Она снова восстанет. В другом месте, за пределами наших чар, вновь польется кровь. Вот к чему приводит человеческая глупость. Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда не нарушаем слово. Девушка, мышиные волосы, так их называют. Худая, истощенная, напуганная. Бедняжка еле держалась на ногах. Мы заботились о ней, как могли. Как о собственной дочери. Оказалось, она слишком своевольная. Строптивая, упрямая и самолюбивая. Девушка, которую я ищу, ни разу никого не обидела без причины.
Ты давно ее не видел. Она переменилась к худшему. Почему она на вас напала? Она не та девочка, которую ты знал. Ее переполняет гнев. Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Мы знали, что придет кто-то особенный. Мы прочли это по звериным внутренностям. Мы видели ее образ, как рябь на луже. Она пришла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови, посеянное зерно, что взорвется огнем. Она пришла прямо к нам в руки. Старшая кровь. Кровь смутьянки. Она спит? Как ягнянок. Нечего канителиться. Стол накрыт, в котле клокочет. Нам нельзя! Она предназначена ему! Получит ее Имлерих, но не всю. Верно. Мы хоть попробуем. Стопы отрежем. На бульон пойдут. Лучше некуда. У меня слюнки текут. Будь по-твоему, иди. О, девчонка, ты еще пожалеешь. Вы хотели ее убить. Вы хотели разделать ее, как зверя, и сожрать. Вкус ее крови напомнил нам нашу молодость. Старшая кровь. Удивительная девушка. Но ты и сам знаешь. Жаль, что она убежала. Она сбежала от вас, и я ее найду. Мы вернемся вместе и убьем вас. Ты вернешься, вернешься. Судьбы наши сплетены. И тогда кто-то умрет, не одна из нас. Теперь ты будешь гоняться за тенью и блуждать во мгле.
И всюду будешь находить только ее отражение. А если настигнешь ее? Если девушка умрет. Вот. Скоро снимемся.